Здравствуйте. На библейский портал «Эксгет» пришел вопрос. Для чего в церкви установлены родительские субботы? Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых, говорит Христос. У Бога все живы. И те, кто уже ушли за черту земной жизни, и те, кто сейчас живет. Мы все составляем вместе церковь. Мы единый организм, который апостол Павел именует телом Христовым. Мы клеточки этого огромного организма. Одна вечная божественная жизнь течет в наших жилах. И поэтому мы все друг за друга несем ответственность прежде всего это ответственность любви и молитвы для того чтобы сосредоточиться на молитве о наших усопших в церкви выбраны особые дни это всегда суббота всегда в богослужении а кто их а субботы присутствует молитва за усопших за исключением э, светлой субботы и, может быть, Великой субботы, когда мы сосредоточены на воскресении, ожидании воскресения Христова. Но есть особые дни, например, Вселенская Родительская суббота месопустна перед Великим постом, или э, вторая, третья и четвертая недели Великого поста, когда такие же точно э, Родительские субботы, когда мы э, особенно акцентируемся на молитве за наших усопших, оказываем им милосердие и э, служим им таким образом потому что они нуждаются в нашем прощении, в нашей молитве. Для них это великое утешение. Вот. И а, надо напоминать себе, что когда-то мы, будучи там, будем очень ждать этого утешения, а, для, для того, чтобы вот, нашей душе стало легче, мы получили облегчение. Я однажды вот очень реально понял, когда моя маленькая дочка подошла а, к нам с супругой и сказала, поздравляю вас, папа и мама, а что такое? Ну как, сегодня же Родительская суббота, я вас поздравляю. Вот. И действительно, я подумал, вот когда-то она будет молиться за меня, доченька моя, да, как святые отцы говорят, для того, чтобы за тебя трудилась церковь в молитве, и ты потрудись. Потому что нашим усопшим это очень-очень важно. Это приносит им облегчение. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.